Всем привет! Вы на канале Сестрица в теле. Меня зовут Кристина. И пока Светлана поехала порыбачить и мне пообещала привезти для бегемота с лисиком рыбку, я пойду 6:30 на площадку. Хочу позаниматься бокс-аэробикой с Анной Куркуриной. Мне она очень нравится. Я уже 100 раз вам об этом говорила. Взяла вот палочку гимнастическую. Только она у всех гимнастическая, у меня за 90 рублей. Ну, это мы уже давно-давно с этой черенки покупали. Мы с ней делаем все время упражнения от холки. Вот. И я решила, почему 6:30 выйти, потому что люди на работу 7:00 пойдут. Ну, они пробегают мимо площадки в основном. А отдыхающие, которые, ну, утром еще так рано не просыпаются, чтобы идти на площадку. Много из них спортсменов, но они как-то чуть-чуть попозже, 8:00 где-то приходят. Вот, пойду попробую позаниматься с палочкой. На завтрак я ем 2 сырника, это 147 грамм. Делала их уже с рисовой мукой, с новой, которую недавно купила. А также я ем 1 кукурузу вареную. А, еще, девочки, у меня кто-то спрашивал, как весы у меня называются. Ну, вот название. Они были самые дешевые за 450 рублей.
девочки, Аня говорит, что за место мячика можно взять полотенце. Ну, вот как я только что скручивала и делала для холки упражнения и перебрасывала под коленкой движение. Это мне очень пригодилось вытираться. Да, в том темпе, какая у нее тренировка, всем потом действительно сойдет. Молодец. Ну, я как всегда сделала только еще половину. Не дошла до того момента, как лежать на полу. Ну, полчаса поделала, а потом 15 раз покачала пресс, 50 раз на гребле еще поделала. Немножечко поджималась. Ну, я эту обычную тренировку уже не стала снимать. Фу, хорошо, что я пошла 6:30. Потому что уже увидели. Ой, все промокло. Вы уже видели, уже два мужчины были на площадке. Все-таки, не знаю, чтобы там никого не было, надо в 5 туда приходить. Ну, надо просто перестать стесняться. Ну, видите, я уже все-таки преодолела. Раньше мне со Светой только могла делать это. А теперь уже самому не страшно. Так что, девочки, тренируйтесь. Удачи вам. В обед я буду есть запеченную в духовке картошечку молодую с луком, с чесноком. И бедро куриное, тоже запеченное в духовке. Также несколько листиков салата и помидор. На ужин я буду есть одно жареное яйцо, болгарский перец, огурец, 45 грамм вареного куриного мяса и салат. Девочки, привет! Вот мы уже на рыбалку приехали. В станицу. Так, Новощербиновскую вспомнила. Такая красивая речка, смотрите, тут можно даже покататься. Так, по дороге встретили уже двух фазанов. Здесь специально есть места для рыбалки. Вот там выделили 13 место. Вот. Там уже мы установили палатку. Скоро будем жарить шашлык. Устанавливаю там снасти и что-то там для рыбы вообще. А я тут пока погулять вышла. Комаров пока нет, это радует. Может, комары потом появятся, конечно. А? От комаров взяли. А, спасибо. Это администратор, в общем. И садик такой. Девочки, в общем, чтобы порыбачить, здесь место стоит в сутки 700 рублей. Места такие небольшие, не знаю, квадратных метров, наверное, 20. Вот. И проход через камыши в речку. Вот за этот проход камыши в речку стоит 700 рублей в сутки. Вот так вот. Мангалов нет. Мы со своим мангалом приехали. Со своей палаткой, мангалом. Вот такие места, видите? Вот эти вот бочки. Вот. И место. О, проход туда, к камышам. У нас там посимпатичный проход. Красивый. Сейчас покажу. Первый наш сазанчик. Так, девчули, вот видите, большой какой толстолобик. Мы его сразу распотрошили.
вынули это, почистили, чтобы он не сдулся, не испортился, и засолили. Вот. Так что улов прошел удачно. Девчули, уже сумерки, уже 9 часов. Скоро уже пойду в палатку. Но еще у нас стоят удочки. Еще будем рыбачить. Ежик пришел. Все, убежал. Девчоночки, вот уже утро. Все встали в 4. Пошли опять рыбачить. Сейчас уже 7 часов. Сейчас уже будем кофе пить. Утром, кстати, рыба плохо ловилась. Там сколько всего, еще 3 рыбки поймали. А вчера вечером намного лучше ловилась рыба. Холодно было в 4, но не так уж и сильно. Нормально. Думала, вообще будет дубак. Ночью, ночью тоже было. Под 2 одеялами нормально тепло. Не холодно. Так что вот так. Комаров в палатке не было. Отчет полный. Ой, хорошо спалось. Это же 7 утра. Уже не холодно. Кофейком балуюсь. Решила прогуляться. Рассказать вам про отчет дать по питанию. В общем, вчера что я съела, что выпила. Выпила я 1,5 литра пива. И съела я 2 куска шашлыка. Все. А, еще немножко семечек погрызла. Сегодня утром съела бутерброд с сыром. 2 штуки. Вот, и кофе. Вчера и сегодня. Так хорошо на природе поспать. Вообще выспалась. Хоть 4 был подъем, но не у всех. Я лично дальше спать. До 7 утра я спала. Ну там 4 встала, там что-то походила. Улова не было никакого. Я пошла дальше спать. Купаться никто не захотел. Я бы такая и покупалась. Но одной как-то страшновато в новом водоеме купаться просто. Так бы с удовольствием бы поплавала. Даже в речке. Помню, мы с Кристей в Ленинградской, когда жили 2 года. Ох, мы там не вылазили из... Как же там речка наша называлась? Кировка. Пруд Кировка. Мы из этого пруда с Леной Захаренко, которую мы показывали в видео. Сейчас она не Захаренко, замуж вышла. Другая не фамилия. Вот. Не вылазили из этого пруда. Купались. Днем сутками купались. Так что слышу, рыба плюхается. Что-то улова нету с утра. Нам надо в 11 часов уже покинуть территорию. Там оплачено за сутки. Станица эта находится 50 километров от Ейска. Сколько? Ну, 3,5 часа ехать на машине. По городу, так. Так что, кому интересна рыбалка, приезжайте. Кстати, очень тут хорошие места такие. И рыба водится. Птичка сидит. Пойду поближе, подойду. Сейчас улетит, конечно. Ай, есть улов. И еще толстоводы в багажнике. В холодильнике. I dare you to fix me. I'm crossing the line again. Falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget, my
all forgiven. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complacently betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me around it. I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest. But you keep on forgetting.